Орловский картингист Леонид Панфилов стал бронзовым призером зимнего Кубка России по картингу. Спортсмен таким результатом остался доволен. Эту гонку Панфилов назвал непростой. В Усть-Лабинске Краснодарского края, где проходил чемпионат, собрались титулованные гонщики со всей страны. По сути, это разминка перед чемпионатом России, в котором Леонид намерен взять реванш за прошлый год. По итогам чемпионата 2014 года орловский картингист стал четвертым в стране, а годом ранее, в 2013-м, был чемпионом. Гонка в Усть-Лабинске была для него своеобразной проверкой боем. Там он испытал себя и свою новую машину. Подготовили новую технику, обкатали краски. В принципе, был первый боевой выезд. Пока только я учусь работать с этой машиной, и она учится меня понимать. То есть мы сейчас пока просто находим общий язык. Первый этап главного ежегодного события для всех картингистов страны, чемпионата России, намечен на начало мая. Свои шансы показать хороший результат Леонид Панфилов оценивает как довольно высокие.